Так, ну вот, полировка, короче, идет. Все замечательно. Рисочка уходит. Уходит то, что натер. Вот такое натер автоскраб. Сейчас, секундочку. Вот так. Вот это натер автоскраб. То есть тут и рисочка, и вот такие вот потертости такие небольшие, как будто вот верх шагрени немножко потертый. Вот, вот это все уходит, превращаясь вот в такое. Вот, то есть все ровненько, красивенько, ну, пылит немножко. Вот, а паста, которой я все это делаю, это вот такая вот. Это новая разработка наших ученых. Сделано в России. Мало того, сделано, говорят, даже разработано в России. Да. Оксид алюминия, керосин, нефтяные дистилляты, ну и так далее. Вот. Короче, эта штука работает. Работает очень замечательно. Полируется, вот полирую вот таким кружочком. А блеск я вывожу обычным черным кругом. Вот. Паста работает от и до, убирая царапины, убирая риску, убирая притертости. То есть все работает со одной пастой. Но разными кругами. Вот. Глянец получается очень замечательный. Мне пока нравится. Пока нравится. Дальше будем смотреть. Вот. Ну, процесс идет.